Аллайховский улус – один из самых северных и самых отдаленных районов Якутии. Территория улуса занимает 107 тысяч квадратных километров и расположена на северо-востоке республики за полярным кругом. Богата месторождениями олова, золота и камня самоцветного сырья. Площадь улуса огромна, занимает бескрайнюю тундру, самую северную полосу материковой суши на пути к Северному полюсу. Сегодня население улуса составляет 3309 человек. На такой богатой древней истории земле, льда и снега живут люди, трудолюбивые, приветливые, с твердым характером, который вырабатывает север. Нашей съемочной группе удалось побывать в Аллайховском районе в конце прошлого года. Год для жителей получился интересный и насыщенный множеством мероприятий и событий. Муниципальная научно-практическая конференция «Культурное созвездие Аллайхи» стала завершающим этапом годового цикла работ. Цель конференции – увековечить славные имена известных людей Аллайхи, внесших свой весомый вклад в развитие района и республики. Мы провели три муниципальные научно-практические конференции, посвященные нашему эвенскому ученому Христофору Никитичу Дудкину. В итоге потом на базе СВФУ, кафедры языка и культуры, да, мы провели в ученом зале именно такую как бы республиканскую НПК. Дудкинские чтения, посвященные 80-летию Христофора Никитича Дудкина. И у нас очень сотрудничество с ВФУ с этого и началось. Мы как бы с муниципальной маленькой Дудкинской чтения, да, и переросло, и сейчас уже нам отрадно то, что подключается и кафедра ЮНЕСКО, да, цифровизация всего культурного наследия народов Арктики. Это еще больше углубляет все, обогащает, объединяет, и будем дальше вести работу. Было представлено 5 докладов, и каждый проект открывал новые грани таланта, самоотверженности, прекрасных человеческих качеств людей, которых сегодня нет с нами рядом, но их добрые имена и дела будут помнить потомки. Первый проект об основателе и первом директоре районного краеведческого музея Дмитрия Алексеевича Лебедева представила Любовь Христофоровна Лебедева. 45 лет назад, 6 ноября 1977 года, по личной инициативе Дмитрия Алексеевича был создан самый северный музей за полярным кругом. Идея создания музея в родном районе, чтобы рассказать об истории района, показать красоту и богатство края, сохранить традиционный вид деятельности тундровиков, привить любовь к своим истокам у Дмитрия Алексеевича зародилась еще в 60-х годах после посещения музеев в разных городах страны. Умелый организатор, он исколесил все наслега и участки на собачьих упряжках, на моторной лодке, начал убеждать земляков в важности этого дела. Население поддержало его. Многие советовали и делились, тем самым помогая сохранить для потомков материальную и нематериальную культуру своего народа. Музей расширялся и развивался. С 1982 года музей стал филиалом Якутского музея имени Емельяна Ярославского. Его сотрудники в 1988 году оказали большую экспедиционную помощь. В 1995 году, к 50-летию Великой Победы, открывается пристрой музея. В 2003 году музею присвоено имя создателя музея Дмитрия Алексеевича Лебедева. 2009 года Аллайховский музей становится музеем года. В том же году фотографии описания 33 экспонатов музея вошли в каталог «Циркумпулярная цивилизация в музеях мира. Вчера, сегодня, завтра». В 2010 году к 80-летию Дмитрия Алексеевича Лебедева издается книга «С любовью к родной тундре». Реконструкция, расширение площади здания музея, дополнительный пристрой. Нам очень необходим зал для проведения конференции, массовых мероприятий и выставок. И второе, обустройство, конечно, пристроя санузлом –
согласно, конечно, стандартных требований. Третье – это благоустройство, дальнейшее благоустройство территории музея «Северное сияние» народов, населяющих Алашский улус, строительство русско-устинской избы «Заимка» и строительство якутского балагана «Чуара Балаган». Имя Ольги Спиридоновны Елисеевой знает практически каждый житель района. Все, кто общался с ней, отмечают ее работоспособность, доброту и щедрость. Лариса Федоровна Рожина подробно рассказала о жизни и работе Ольги Спиридоновны. Ольга Спиридоновна родилась 5 декабря 1955 года в Берлязском наслеге Алаевского района. Третьим ребенком в семье Гороховых Евдокии Ивановны и Спиридона Николаевича. Вот Ольга Спиридоновна, если так вперед идти, когда я работала в музее с ней, да, с ней мы работали 9 лет. Вот сейчас я стараюсь, например, детям своим делать то же самое, да, что вот так нельзя, например, вот у айвенов культура вот такая, у якутов культура такая, например, она мне очень еще одну такую дала, ну, есть, она мне сказала, есть муралы агохай, она сказала, муралы асохай, это, ну, на якутском, да, и она мне научила вот этот асоха. И в этом году у нас в летом был юбилейный эсэх. И в этом юбилейном эсэхе участвовали мой ансамбль. И где они там именно вот этот асоха и танцевали. Она очень много искала, очень много собирала материалов. Да. И вот это она все собирала. И очень много материала есть в музее. По ее материалам, если так собирать, читать, вникать, то очень много она внесла именно развитие вот, культуры именно Алаевского улуса. Аграфена Петровна Чикачева. Вся ее жизнь прошла в селе Русское Устье. Протяжные, особенные песни в ее исполнении завораживали зрителей. Веселые частушки, вышитые картины, хлебосольный стол. Веселый нрав и добрый характер. Она была душой ансамбля «Русскоустинцы». И дети, и внуки, выросшие на старинных мелодиях и сказах, стали профессиональными музыкантами. Проект представила Киселева Татьяна Гавриловна. Огромную лепту и вклад по сохранению старинной русской культуры внес в историю Алайхи народно-этнографический ансамбль «Русскоустинцы». Творчество коллектива давно известно далеко за пределами Якутии. В свое время фольклорные выступления русскоустинцев с большим успехом проводили в городах Сибири, Хабаровске, Иркутске, Улан-Удэ, Мирном. Когда в Москве на сцену концертного зала вышли участники ансамбля, столичная публика аплодировала стоя. А после концерта к русскоустинцам подходили известные деятели культуры, ученые и фольклористы, выражая свое восхищение и благодарность. В 1995 году одна из старейших на тот момент исполнительниц народных песен сцены была удостоена звания заслуженного работника, ветеран труда Чикачева Аграфена Петровна. Она родилась 11 июня в 1919 году в селе Русское Устье Алайховского улуса. Окончила она 7 классов, многие годы работала в полярном русско-устинского наслега в почтовом отделении. Старейшая участница ансамбля «Русскоустинцы» образована в 1979 года, одна из немногих носительниц устного творчества, фольклора, культуры русских старожилов, сыгравшая значительную роль в сохранении репертуара ансамбля, внесла огромный вклад в сохранение и пропаганду родной культуры. Из воспоминаний участников ансамбля и земляков, дети и внуки и правнуки, все мы должны помнить о ней, о нашей доброй и светлой, тетушки Огры, как они называли, или Баба Огра. Отзывчивая женщина, коренная русскоустинка. Всех своих детей она родила и воспитала, живя в Русском Устье. Работала на производстве, сначала в здании колхоза, впоследствии в сельском почтовом отделении. Позднее она уже переехала в поселок Чекурдах, когда была уже на заслуженном отдыхе. Как коренная жительница Русского Устья, Аграфена Петровна принимала самое активное участие в созданном в прошлые годы народном ансамбле Амуканова, переименованном в апреле 1988 году ансамбль народного творчества «Русскоустинцы».
Во всех ее мероприятиях принимала она самое активное участие. Будучи уже в преклонном возрасте, только тяжелая болезнь и потом уже кончина оторвала ее от участия в художественной самодеятельности. Она была большой труженицей, рыбачкой и активисткой, хорошо пела и плясала. Настоящий человек культуры. Ни одно мероприятие и вечер не проходил без нее. Она была очень ответственная и на репетиции приходила всегда первая. У нее была своеобразная манера припевания. Можно сказать, она была самородком, сочиняла частушки. Пользовалась большим уважением в коллективе и в селе. Таким образом, мы можем сказать, что Аграфена Петровна была уникальной женщиной, которая, несомненно, имела самобытную манеру исполнения припевания и частушек, которую она постаралась передать своим детям, внукам и правнукам. Впитать так любовь и культуру к пению. Мы можем смело утверждать, что светлая добрая память ее музыкальному дару до сих пор продолжает жить в ее внуках и правнуках. Настоящим кладезем духовных знаний и умений была для всех нас Акулина Петровна Трайзе. Прекрасный голос, владение материалом, жизнерадостность и доброта во всем. Такой запомнили мы ее. И в своем докладе дочь Акулины Петровны Галина Генриховна Трайзе раскрыла интересные моменты из жизни Акулины Нолгенеч. Предметом, конечно, моего выступления это является творчество Акулины Петровны. Объекты – это ее произведения, конечные цели. И цель в том, чтобы сохранить, передать семейные ценности подрастающему поколению и распространить творчество Акулины Петровны. Но если говорить о Акулине Петровне, она родилась в семье потомственных оленеводов 18 октября 1948 года в Алайховском районе, село Айотон, местности Комоч. По воспоминаниям матери, во время кочевки, когда у ее матери начались схватки, поставили илум, постелили шкуру, и она родилась почти на снегу, завернув заячье одеяло, положили рядом с мамой и дальше поехали на стоянку. Она, конечно, родилась слабой и больной. И бабушка-шаманка, которая приняла роды, сопровождала их до весны. Осенью отец увез больную девочку на участок Лайдушка к той самой бабушке, совсем уже больную и почти мертвую. После долгого камлания бабушка велела родителям отнести люльку к могилам предков и оставить. На третий день родители услышали плач ребенка, побежали, забрали и вернулись в дом с люлькой. С тех пор Нулгенеч, родители одевали ее в красный цвет или подвязывали красную ниточку. По эвенским поверьям, красный цвет отпугивал злых духов. Вот. И она очень долгое время, у нее всегда в одежде, в костюмах были элементы этого красного цвета. Но надевать платье или костюм красного цвета она категорически не хотела, потому что, видать, красный цвет еще в детстве ей надоел. Но чтобы злые духи к ней не пристали, она все равно в костюмах включала вот этот вот красный цвет. Был также представлен доклад об учителе венского языка, авторе букваря и методических пособий для учителей, прекрасном знатоке фольклора и культуры венов Аллайхи Анне Васильевне Сивсовой. Все проекты, представленные на конференции, вызвали неподдельные интересы слушателей. Добрая память о выдающихся людях Аллайхи сохраняется и продолжается в благодарных сердцах земляков. Безвозвратно исчезает язык и самобытная культура коренных народов Арктики. Поэтому проведение научно-практической конференции «Культурное созвездие Аллайхи» является очень важным мероприятием. И действительно, здесь рождаются, расцветают таланты культурного созвездия Арктики. Стараемся то, что мы получили от наших, да, от наших учителей, от наших стариков, да, старейшин, все знания мы стараемся
в своей работе использовать. Формат сегодняшней конференции позволит объединить единомышленников и даст толчок дальнейшему развитию культуры нашего района и закрепить имена наших земляков в истории Аллайховского улуса. В дальнейшем хотелось бы с помощью экспертов научно-практической конференции обсудить и получить заключение об актуальности и полезности дальнейшей научно-исследовательской работы. И надеемся, что результаты конференции будут полезны всем участникам и предложенные рекомендации найдут свое применение в дальнейшей практической деятельности. Второе, не менее интересное мероприятие – это межулусный конкурс горловых песнопений «Песни моря». Впервые этот конкурс был проведен отделом культуры Усьянского района по линии Министерства культуры в 2014 году. И в 2022 году конкурс был проведен в Калыма-Яно-Индигирской зоне. Проходил в очно-заочной форме. В нем приняли участие 15 человек, которые представили культуру горлового песнопения всех северных народов своей территориальной зоны. Гран-при конкурса присудили Октябрине Новосельцевой из Среднеколымского улуса за прекрасный вариант горлового пения эвенов Средней Колымы.
Лауреатом первой степени стал Федор Балаганчик из села Березовка Среднеколымского Улуса. Лауреатом второй степени Александра Иннокентьевна Солдатова, поселок Чукурдах, Алайховский район. Ночи с подвосной дальней стороны ты разбрызгай крупень дождик промочи. Чверь земли умывали ж три красотки на желченьком на песке. И лауреатом третьей степени стала Саида Слепцова из поселка Чукурдах Алайховского Улуса. Красивая и прекрасная земля Алайховская, бесконечная тундра, своенравная и богатая индигирка, яркие рассветы и полярная ночь. Светлые и добрые люди со своей историей жизни живут здесь. Спасибо за встречи, за гостеприимство и радость общения.